Полным ходом идет ремонт в Ленинском мемориале. На днях там побывал губернатор Сергей Морозов. Глава Ульяновской области поднялся на крышу здания, где сейчас ведутся основные работы. Ремонт кровли планируется завершить в следующем году. Заключенный двухлетний контракт предполагает, что на эти нужды будет потрачено около 96 миллионов рублей. Параллельно ведется и текущий ремонт здания. Сейчас проводим ремонтные работы вокруг здания. Это подпорные стены, которые вышли из строя. Но мы уже с согласованием с Германом Юрьевичем, согласованием с культурным наследием. Вот и переходим. Потом у нас есть работы в нижней части, в цокольной. Это большой технический этаж, который также 50 лет не ремонтировался. В следующем году планируется отремонтировать малый зал Ленинского мемориала. Это еще 52 миллиона рублей. На восстановление фасада здания будет выделено 72 миллиона рублей. Кроме того, губернатор призвал строителей готовить план работ уже на 2020 год. В частности, продумать перенос органа и заняться озеленением прилегающей территории. Нам нужно это все, чтобы это стыковало с историей, чтобы мы здесь ничего не нарушили. И с другой стороны, чтобы у нас стыковалось это и с большой программой озеленение и благоустройство, в том числе и парк дружбы народов, который мы сейчас видим. Мемориал обновляется в преддверии 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, который будет широко праздноваться в области в 2020 году. В деятельность подготовки главного центра празднования активно включились общественники и депутаты законодательного собрания. Мы ведем также работу по выделению больших сумм на реставрацию и ремонт мем-центра. И к 150-летию мы считаем, что мы можем значительные средства федерального бюджета привлечь в область. Максим Сурайкин выступил с инициативой создания особой структуры, которая займется подготовкой проектно-сметной документации. Для получения федеральных грантов она должна быть проработана идеально, уверен заместитель председателя законодательного собрания. Проводящийся ремонт никак не повлияет на работу Ленинского мемориала. Она продолжится в штатном режиме. Мемцентр будет радовать ульяновцев и гостей города новыми концертами и встречами с интересными людьми. Егор Цитов, Александр Кудряшов, новости дня, Ульяновская правда.